Что очень много добровольцев в России хотят посмотреть на события на Украине. Они не являются вооруженными лицами или вооруженной силой, но мы не можем их сдерживать. Наши депутаты находятся там для укрепления связи между депутатами Крымского парламента и в целом других законодательных органов. Но поэтому здесь полная свобода действий. Мы не хотим никакого осложнения. Должна быть здоровая морально-политическая обстановка на Украине и вокруг нее. Но граждане вправе передвигаться. Поэтому здесь это должно быть все позитивно, положительно восприниматься то, что люди хотят проявлять свою солидарность и находиться, мы европейцы, у нас нету виз с Украиной, поэтому если еще сотни тысяч русских окажутся на территории Украины, к родственникам приехали, как я приезжал посмотреть на могилы своих предков, и в целом, могут быть организованы спортивные лагеря, впереди летний сезон. Поэтому я думаю, что это будет положительно встречено всеми. Молодежные лагеря, лагеря военно-патриотического воспитания, ДОСААФ и так далее, и так далее. То есть дружба. Давайте дружить, Крепко взявшись за хорошие мужские руки, умеющие держать в своих руках все, что требуется для обеспечения безопасности. Пожалуйста, Андрей.